Старый сельский гараж. Здесь вот ремонтировалась техника. Вот такой вот был гаражик. Сейчас медленно покажу. Кошки пропилены. Вот. Здесь Рустам смородину жрет. Вот. Обвалилась крыша. Все, видите, было обделано дранкой и замазано еще глиной. Или звездкой. Чем-то таким. Но местами все еще держится. Вот такой вот был гараж в деревне. Обратите внимание, как сделаны столбы. Сделаны со скользячками. Чтобы при усадке не появлялись щели. Вот такое вот здание гаража. Получается, что тут? 8 окон, да, было? Да, 8 окон. 4 окна на каждую сторону. Так, давайте посмотрим, как ворота были сделаны. Тоже со скользячками. По-любому. Здесь, наверное, металла. Дофига. Гвозди, вот, смотрите, какие кованые. Может, штампованы. Это не странно. Какой-то определенной формы. Так, а что тут? Не было, что ли, скользячек в этой стене? Ва, все тут такое гнилое, старое. Можно провалиться. Челси, аккуратней. Пусть там тоже не сломайся ничего. Так, ворота были сделаны вот так. А, так вот, тут получается был пропил, и они сами так садились. Там, судя по всему, какой-то зазор, наверное, оставляли. Какой-то зазор. Да? Смотри, как сделано. Как мы хотим. Семинарный дом. Пропил такой, раз, раз, раз. А когда коробку так вставили? Ну, коробку так вставили. Вот такая вот досок. Да, раз вот стучал. Засыпало. Да, опасно здесь ходить. Опасно. Так, ладно. В общем, такой сельский гараж. На металлоискатель можно тут покопаться, вот тут уже копался. Но внутри-то ведь ничего не разобрали. Вот. Смотрите, видите. Металлолом. У меня тоже ты. Фермент нынче дорогой. Немножко упал, конечно. Цене. Так вот, я говорю, здесь копали, тут копали, это, наверное, Женька копал. Женька? Да. Это Сашка копал. Ой, или Сашка как-то. Сашка. Сашка, ну. Че, он же тоже знает, что здесь гараж был. Вот здесь бы вот это вот все дело разобрать. Тут, кстати, вот он тоже копал. Здесь копал. Вот тут это все дело разобрать, там по-любому какие-то железяки есть. И еще, причем, наверное, намного выйдут. Дофига. Все равно какие-то запчасти там не нужны. Раньше же это не нужно все было. Какие-то запчасти оставились. По-любому. Тут вокруг, если покопаться, то тоже можно что-нибудь найти. Как это ее Женька? Ой, как его? Саня, да? Как ее Шурик пропустил? Да тут еще и Леха, наверное, едет. А кто-то что-то не копал бы. Снаружи выглядит вот так вот. Смотри, я все равно потом изломала, да, вот в этом месте соединение. Ага. Так это уже от нагрузки. То, что старая дерево без крыши стоит. А так бы еще стояло, бы ты стояла. Если бы следили, да?
Так, в общем, друзья, мы сейчас занимаемся сеном. Сено я уж вам не буду показывать. Ничего там интересного нет. Муторная, тяжелая работа. Ну, надо готовить, забивать сеновал к зиме. Вот, ну и так параллельно немножко строим. По чуть-чуть свинарник. Потом сниму, покажу вам видео. Вот так вот. Вот на таком отшибе, там, кстати, речка где-то течет внизу. Вот, у речки такое здание. Сейчас вам, кстати, могу и показать еще эту речку. Что, пойдем? Устал. Надо делами заниматься. Траву посмотрели, где будем косить. Рядышком здесь решили покосить. Здесь трава хорошая. У меня там очень бедная земля и трава очень маленькая. А? Это что за ягода? Не знаю. Друзья, что это за ягода? Кто подскажет в комментариях, что это за такая? Волчья, может, нет? Может, волчья, но может. Может, может, лисья. Вон стрелики тут. Бадагинова расставили. Рустам, дудку он. Бери, сделаем дудку. Дудеть будем. Да, елка грохнулась почти. Вообще сушинка, да? Сушинка, ну, неплохая. Это, наверное, пилит наш новый сосед в этом году у нас. Получается, не в этом даже, наверное. Одни соседи в 20-м появились, другие в 21-м. Да, вот трубу можно выкопать. Я выдерну, наверное. Выдерну трактором, да? Mm-hmm. Чпаньк только. Все. Вот борщевики тут всякие. Вот такие вот. Раньше делали гаражи. Ну, я думаю, что нам типа такого же надо будет что-то сделать. Потому что у хорошего хозяина конь под навесом стоит. Трактор надо будет все равно гараж загонять. Хозяин. Конь под навесом стоит. Это вот так вот выглядит. А, это он Вова говорил, что про своего коня хули и пузо про навес хули. Оправдание ожирения, да. Ничего, что хозяин конь под навесом стоит. Нет, ну... А мы в данный момент говорим про трактор. Ну, так я понял. Идем. Просто он недавно это говорил, и как бы я сейчас это вспомнил. Вот смотрите, тут тоже, наверное, металл есть в этой куче. Не знаю, тут можно... всякие покрышки, скорее всего, трактором просто столкнули. Все, тут тоже можно покопаться. Но когда этим заниматься, еще и заросли такие. Значит, надо потом как-нибудь. Надеюсь, никто тут ничего не раскопает. Сейчас вам покажу мост через речку. Ва, трава такая густая. Мы сейчас к мосту идем. И к нам. А? Да, через мост пройдем домой. Немножко покажу вам нашу печальную деревню. Здесь вот раньше кузница была. Тоже все ископали, да? Парень тут у нас ходит с самодельным металлоискателем. Ну, что-то накапывает. Пикет он у него. Да, вот там вот речка течет. По этому логу. Здесь сделан пруд. За пруда. Там тоже течет. Видите, такой прудик. Вот такая вот запруда. Там она дальше тоже вытекает. Отсюда. Что-то даже не слышно, бежит, не бежит. А, это по-моему, тут либо-то есть, наверное, да? Да, по-любому есть.
том болоте-то? А что? Там среди дно прозрачно. Дно видно. Угу. Что, и заросли есть где постоять там, шкуру потереть. Угу. А что, он не выбегает, да? Ну да, все, речка пересохла. В этом году засуха такая, да? Ничего себе, тут даже на самом деле речушка, по идее, бежит. Она не бежит. Вот вопрос. То ли это поганые нефтяники набурили столько скважин, что ушла наша вода. То ли виновата засуха. Что есть стрекозан, да? Чук, да, вот стрекозан. Не знаю, видно, не видно. О, вон еще одна. Все, 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 все. Улетели, блин. Обломали меня, хотел вам ее показать. Вон поближе. Иди. Ага. На, прячется. Не хочет сниматься. Ладно, снимись для подписчиков. Такая красивая. Спряталась. Где-то, где-то. Не могу ее через экран найти. Улетела уже. О, вон она. Где в экране? Не вижу. Че, все улетело опять? Улетело, да. Ну ё-моё. Короче, не получится нам ее показать вам. Ну, если увидели, то скажите там какой-нибудь комментарий, напишите. А, видел стрекозу. Или видел стрекозу. Вон здесь плавунцы бегают по пруду. Обратное увеличение сделал. И стрекозу не показал. Что-то тут напортачил. Вот это старые тут дома оставшиеся. Да не, давай так выйдем туда уйдем. По дороге, чтобы не ходить тут по зарослям пойти. Ну, здесь такая импровизированная старая дорога. Еще, кстати. Так вот, там, по-моему, соседы. Нет, не там. Там заброшенный дом. Сейчас покажу, где сосед появился. Его, наверное, видно будет. Здесь вот в 21-м году появился. И там еще в деревне в 20-м году появились. Что там? Ловушка стоит. Голдобинска. Жил у нас раньше тот турист такой. Мужик хороший был, постоянно выручал. Голдобин Серега. Вот был пасечник. А вон ловушка валяется. Ой, там еще даже и рамки есть. Да, вот еще и рамки есть. Ой, о, и осы, тут еще и осы есть. Забиваешь. Иди сюда, ой. Ты что материшься? В общем, так вот, ладно, пойдем заниматься сенокосом. А, я же вам дом хотел показать. Точно. Который купили. Думаю, что, надеюсь, что отсюда будет видно. Просто здесь заросли, повыше немножко деревьев нет. Вот здесь была у Голдобина пасека. Здесь вот я брал себе ульи, которые отреставрировали, поставили. Пчел у нас так не получилось поймать, к сожалению. На следующий год, я думаю, что приобретем, если будут финансовые возможности. Потому что с деньгами тоже не все. Я бы даже сказал, все очень нехорошо. Че, я не работаю, сейчас живу здесь. Как-то что-то зарабатывать. Ну, придумали заработок. Трактор не работает. А коня железного ставить на ноги уже быстрее. И все. И зарабатывать бабки. Здесь была улица. Вот. А сам Голдобин жил вот в том вот доме, который вы сейчас наблюдаете. А купили
Вот дом получается напротив, через дорогу. Там вот такой, тоже голдобинский был. Блин, мужик такой хороший был. Жалко, царство небесное. Вот. Жил он в этом доме сам, в ближнем котором. Там уже после смерти его разнесли, он рамы повыставляли. Ну и дом уже, конечно, такой в плачевном состоянии был. Тот-то вроде посимпатичнее смотрится, который приобрели. Вот, что-то там пилят. Это Люба, наверное, пилит, да? Люба? Ну, не Люба там, Вадик. Вадик, он же, да. Ну, в общем, дом я вам показал, друзья. Что хочу сказать, пойдем мы заниматься сенокосом. До новых встреч. Пока-пока.